когда сильный дождь, никуда не пойдешь и сидишь дома. Кроме работы, конечно. Но пока мы сидишь дома, занимаешь делами. И я чистил коробки. Нашел свой старый Swiss Army Renegade. Этого вида Renegade больше не производят. Есть другая форма, называется Victorinox Renegade, но она немножко различная по внешнему виду. Мне часы всегда напоминали мою поездку в Нью-Йорк. Ну да, я просто боялся ходить по Бруклину в более дорогих часах. Я думал, что останусь не только что без часов, но и без зубов. В магазине для поправки часов огромнейшее количество щелкунчиков. Ну все, работает, поправили. Часы пролежали в коробке 15 лет. И только сменили одну батарею. И все, до свидания, поехали работать.